Держись, держись, шарик, мы тебя спасем. Не теряй сознание, сейчас я тебя перевяжу. Замолчи, гадкий квадрат. Это было все виноваты, гадкий квадрат. Это было все негодяи. Квадраты нападут на вашу страну и захватят ее, и ничто не сможет нас остановить. Пехота в атаку! Я уничтожу его во имя королевы! Ты жалкий слабак! Гаиски, ребята, меня зовут Фуловис, и знаете, что сегодня будет? Да, ребята, сегодня шарики отправляются в очередное путешествие, и сегодня, ребята, мы попадем в подземелье, потому что вот за этим входом, за этой крепостью, ребята, таится большая тайна. Там находится подземелье, в которое войдет один лишь шарик, и мы посмотрим, что там в этом подземелье находится. Ну а пока сражаемся со злыми квадратами. Так, капитан, что нам делать? Что ты прикажешь нам делать? Атакуйте. И нам нужна подмога лучников и хотя бы одного... давайте конячку вызовем. Хорошо, капитан, призовите меня, и я буду сражаться за вашу честь. Так, ну хорошо, хорошо. Так, о, ну мы уже главное здание, в принципе, уничтожаем. Там, конечно, против нас выходит много нехороших квадратов, но это ничего страшного, ребята. Так, о, смотрите, конячка уже прискакала, и давай, уничтожай его. Так, и сейчас, ребята, смотрите, мы отправимся с вами в подземелье. Так, сейчас. Да, капитан, а что там такого в этом подземелье? Ну, сейчас увидим. А, капитан, где это мы оказались? Мы в каком-то подземелье. Так, да, шарик, не волнуйся, все будет в порядке. Тебе сейчас нужно найти монетки. Смотри, сколько здесь сокровищ. Да, это же очень круто, как классно. Так, ну ладно, давай вперед. Что это такое, ребята? Что это тут? Ой, 7 секунд нам дали. Это что такое за 7 секунд? Ой-ой-ой-ой, как тут страшно, удивительно. Смотри, это наш брат, это синий шарик. Ха-ха, мы его спасли, круто. Так, а ну-ка, давай, нажми на эту кнопочку, что она будет сделана? Ой, я не знаю, что это такое. Но нам бы лучше отсюда уходить, а то эти пушечки нас уничтожат. Да, все, уходим отсюда и давай идем. Давай сверху, я там что-то еще видел. Ой, тут какие-то завалы. Что это тут происходит? О, ребята, смотрите, это злой черный шарик. Тут теперь злые не шарики, а квадраты. О, вот это он страшный какой-то. А ну, освобождай своего братца. Ребята, это древняя сокровищница. И здесь, похоже, мы здесь узнаем правду. Ой, что это за правда? Правда в том, что злые черные квадраты когда-то были черными шариками. О, они наши друзья. Ну, не знаю, это я еще не знаю. Ой, время закончилось, ребята. Ой, что же нам делать? Начинать заново, давайте попробуем. Это вот такая пещера времени, ребята. Ага, то есть у нас есть время. А, мы на время все это должны делать. Я понял, вот это да. Сложненько нам тут будет. Ну ничего страшного, а ну-ка нажми на эти кнопочки. А ну-ка. А я думал, оно остановит эти пушки. Ну ладно. Давай спеши, у нас 80 секунд осталось только времени. Так, ну ладно. Мы уже спешим, монетки собирай. Так, а ну-ка аккуратненько с этими шариками. Черными, непонятными. Откуда они тут взялись, вообще непонятно. Да, они какие-то странные шарики. Ну ладно, давай идем вперед, собираем. У нас еще много времени. Да, у нас еще много времени, и нам еще 7 секунд. О, дополнительно дали. Так, и вот я вижу уже. Ура, мы всех спасли, ха-ха-ха. Да, и идем дальше. О, финиш, смотри. О, класс, ребята, мы победили, мы всех шариков собрали. Вот это да. О, классно, смотри, второй уровень, там 100 секунд дается. Нужно быть очень... Ай, быстрыми! Ты куда? Ты пропал. Ой-ой-ой, ребята. Нет, ну здесь нам... Подождите, а у нас еще есть вот... Мы еще ускоряться можем, ребята. Вот оно как. Ой-ой-ой-ой, я падаю. Нет. Ну ладно, давай как-то быстренько сейчас передвигаться. Ой-ой-ой-ой. Ой, нет, как же тут опасно прыгать. Да, тут действительно опасно. Так, а ну-ка.
Мы теперь можем ускоряться. Ой, что это за дырки? Ай-яй-яй, куда я падаю? А, тут чекпоинт, что ли, был? Так, ладно, нам... Ой, Шарик, ну что ж ты падаешь? Да тут заносит меня на поворотах. Страшно. Ай-яй-яй. Так, ну, я не знаю, мы должны успеть во время, в принципе. Так, так. Ой-ой-ой, падаю я, падаю. Так, ой, еще в дырку какую-то упал. Так, ну здесь мы все, наверное, со временем не управимся. Ой, ребята, как же тяжело здесь. Нет, мне очень страшно, но мы, я думаю, все сможем сделать. Так, ладно. Нас взорвало этот шарик, ребята. Так, ну ладно, мы 7 секунд выиграли. Ой, не опять взорвали, нет. Ну ладно, 25 секунд у нас еще в запасе есть. В принципе, ой-ой-ой, нам хватит, наверное. Да что же эти пушки меня так достают, ай-яй-яй-яй. Так, ну ладно, шарик, давай, ты это, вперед иди. Не останавливайся. Так, ура, ребята, смотрите, ура, мы дошли до финиша. Ура, мы в какой-то новой пещере, смотри, что это здесь происходит? Не знаю, здесь какие-то подземелья. Вот это да, ребята, если вам это видео понравилось, то вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а еще дальше в видео будет секретик, вы его обязательно найдите, и тогда я вам поставлю фирменный лайк Флавиуса. Адиос, амигос. Пока.